Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видео обзор на вот такие влажные салфетки Senso, купленные в магазине Светофор. Здесь 100 штук, вот написано. Так, универсальные влажные салфетки. Сделаны они в Белоруссии, что меня, кстати, очень удивило. Вот, давайте посмотрим, что же у нас тут. Посмотрим, что у нас с этой стороны. Вот там написано: плотные, эластичные, влажные салфетки, не содержат спирта, гигиеничные, очищают, увлажняют, питают кожу. Хранить при температуре от 0 до 35. Так, материал салфеток — нетканевое полотно. Избегать попадания в глаза. Ну, в глаза это всегда. Там написано: плотные, эластичные. Сейчас мы это проверим. Пачка, кстати, довольно большая. Да, цена, стоили они 28 рублей за 100 штучек. И сейчас проверим. Кстати, очень красивая такая пачка, мне очень она понравилась. Такая она прям вдохновляет. Плотно закрыто. Опа. Довольно прям она плотно была закрыта. Так. Ой. Размер. Хотя, ну да, немножко размер немножко маловатый. Такая в дырочку она. Ароматно пахнет, кстати. Пахнет весной. Прям такой запах весны. Вот видно. Вот видите, распукание. Ну, видно вот то, что она в дырку. Там написано: плотные, эластичные. Ну, эластичные, да. Насчет плотности, конечно, за 28 рублей. Вся дырявая. Навряд ли. Проще тогда в Фикспрессе купить. Там поплотнее немножко. Вот вон она прямо. Дырка на дырке, офигеть. Ну, кстати, эластичная, да, она. Хорошо тянется. Ну и тянется вместе с дырками. Попробуем другую. Тоже дырявая. Точно такая же дырявая. Вот она прям дырочка. Тут большая дырка. Тут он какая. Дешево и сердито. Дешево и сердито. И рвутся, кстати, она. Да, они довольно быстро рвутся. Дырка вон, и все. Вот. Ну, сами они такие влажные. Просто влажные. Аромат, да, действительно, аромат приятный такой, аромат весны. Такой хороший. Ну, в любом случае, я буду их промывать, скорее всего, водой, чтобы не было этого аромата, потому что я не люблю, когда они пахнут, салфетки. Как заливать водой? Просто открываете, туда воду заливаете, выдыхаете вот так вот и отжимаете. Вот так несколько раз. Только делайте все это в перчатках, иначе у вас руки покраснеют от всякой химии. Такая вот. Одна, в принципе, хватает ее. От рук тоже пахнет приятно, но все равно это не настолько приятно. В принципе, на сегодня это все. Напишите в комментариях, покупали ли вы такие салфетки в Светофоре. Понравились они вам, не понравились. Может,
Это мне достались такие дырявые. В принципе, по размеру они нормальные, так более-менее. Но дырявые, конечно, я больше брать не буду. Потому что, не знаю, если чисто для рук, так вот. Но все равно как-то они дырявые, какие-то странные. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.